Всем доброе утро. Как ваши дела? Мы находимся в отеле Нур Орда. Сегодня наконец-то выселяемся и едем в сторону Бишкека. Отельчик такой симпатичный, но правда есть некоторые номера с туалетом. Наш номер был с туалетом внутри. А есть номера без туалета. Вот, например, здесь я вам покажу. Так, вот это номер с туалета, трехместный. Да? Трехместный. Есть разные. Есть четырехместные, трехместные номера. Я же вам показала. Вот есть номер. Так, а это трехместный без туалета. Если он без туалета, то туалет находится здесь, на этаже. Здесь номер убирают. Четырехместный. Вот. И туалет находится на этаже. Ну, в зависимости, наверное, от этого, от цены, наверное, да? Вот. Здесь же внизу есть кухня. Вкусно готовят, в принципе. Цены тут везде одинаковые. Но удивляют цены на напитки намного дороже, чем в магазинах. Там находится этот отель рядом с базарчиком. Видите, здесь же готовят. Вот здесь же кухня. Вот видите, у них вон там пир на весь мир кого-то обслуживают. Мы выезжаем. Так, заехали на заправку, заправили бензином по курсу. Цена 58,90. Вот так склонился, похоже на лису. Вот тут ты можешь вот так его на шее вот делать. Лису же так делать, на воротнике выпустить. Да! Давай его пустим на воротник. Видите, по пути абрикосы встречаются. Он прям вот так выставляет ведерки и продает абрикосы, урюка. У нас, главное, давно уже отошел и урюк, абрикосы у них только начались. Начался сезон. А еще что интересно, яблоки у них поспевают только осенью. Поэтому осенью, да, здесь говорят бархатный сезон. Видите, вот так выставили ведерки. Продают сколько много. Яблоки у них в октябре. Может быть, папа будет фрукты покушать? Вода еще красивее, смотрите. Голубая-голубая. Красота. Так похоже на Средиземное море. Вообще, сегодня, видимо, еще теплее. Водичка. Водичка такая прохладненькая, освежающая, бодрящая. Понравилось нам здесь купаться, потому что вода очень чистая. Интересно, да? Вода, главное, чистая по всему побережью. Ну, она, конечно, мутная там, где в Бастыря, где много людей там лечит, где песок. А вообще она везде, она чистенькая. Смотрите, вот машины доезжают к берегу, тут же плавают люди. Чемоданы сверху привязали, вот, чтобы внутри было этот больше места. Бабушкин центр. Да, почему до этого не сообразили? А в этот раз вот доски купили, веревку взяли. Классно. Зато внутри свободное место сзади в багажнике. Ой, она вот здесь прям голубая такая вода, голубая. Пусть вот хоть отец глазком взглянет, что ли. Какая здесь настолько голубая вода. И столько здесь рыбачков. Ловят чебачков, всякие блестящие рыбки. Ну, сегодня тоже, да? Каждый день мы здесь проезжаем, каждый день рыбачки здесь. Ну, я и говорю, как настоящая лиса. Давай его пустим на этот окружение твое, на меховой воротничок. И вот так он спит. Топотушка спит. Останавливались вчера. А сегодня не такие разводы. Ага, сегодня разводов нет. Вчера прям сильные разводы были. Соединение горной реки, мутной, и чистого Иссык-Куля. Синяя. Сегодня разводов нету таких. Ой, обгоняем машинку. Тонгу проезжаем. О, люди там прям плавают. Прям не могу не налюбоваться. Но здесь, в Тонге, немножко прохладнее вода из-за того, что речка впадает. Вот. Тасори, там речка не впадает, вода чуть теплее. А вот от Тонги я вам показала лечебный пляж. Вот туда рекомендую.
Вот сейчас мы, кстати, его объезжаем. Сейчас я вам покажу красоту. Вот, смотрите. Видите? На пляже люди купаются. Вон. И тут же нифига сколько рыбаков по воде стоят. Видно, видно, короче, этот. Рыбки много, наверное. Хорошо. Тиский геопарк. Вот это называется геопарк Тиский. Но если его до ума доведут, здесь вообще будет красота. Здесь вот недалеко как раз долина сказки. Вот здесь мы где-то на бережку остановились. Я вчера летала на дроне. Я думаю, сегодня еще лучше. Водичка еще теплее. Встает вчерашний. Кстати, здесь вот такое вот бездорожье. Почти по всему южному региону, по всей южной трассе из Куля. Здесь не очень удобно, но мы видим, что стоит спецтехника для того, чтобы делали дорогу. Но почему-то людей нету. Мы сколько здесь уже проезжали? Раза три. Никто не работает. Третий день. Ладно, сегодня пятница, понимаешь, жуман у нас. Почему люди не работают? Люди не работают, и вот дороги так простаивают. Видите, трясется так. Все портят свои машины, портят свою ходовку. Вот. Если сделают, все, заасфальтируют хорошо, и, знаете, еще больше туристов будет на южном берегу именно, потому что именно южный берег, он плохо развит, чем северный берег Искуля. Поэтому и на северном берегу столько много людей и столько много сосредоточения отелей. Здесь мы вот проехали каньон Сказка, да? Вот, вот этот черный караколь проехали. И вы представьте, вот с этого, где мы были в селе Кызылсу, ни одного кафе по пути не встречается. О чем говорит, что это вообще туристическое, оно как туристическое место вообще не развито. Первое, для того, чтобы развить его как туристическое место, во-первых, это нужно сделать дорогу. Вот. Люди уже потянутся, люди уже будут спокойно уже ездить здесь. Но здесь невозможно. Вот здесь кусочек, да, заасфальтированный. Такое ощущение, как будто раньше была вроде бы дорога, но сейчас ее убрали. Лучше бы старая была. Да, лучше бы хоть старая какая-никакая была бы дорога, чем вот, вот по такой ездить. Техника пыльной старей, дороги. Это денег нет, кончились. Кончили деньги? Ну, не знаю. Вот. И тогда уже и на южном побережье. Вы представьте, Иссык-Куль, да, какой большой, если по всему берегу сделать не только сосредоточение Бастерии и Чолпаната, а станет развитый более там Га, например, Тасор, там вот деревушка такая, там вот, представьте, там тоже можно его развить. Так, вот стоит статуя Монка. Здесь мы поедем по вот такой вот бездорожной дороге. Здесь, видите, делают дорогу уже. Там стоит техника специальная. Только сейчас посмотрим, они будут работать или нет. Здесь, кстати, вот этот городочек будет делать. Вот раз мы проезжали. Что-то здесь будет такое делать. Кстати, это район Каджисая. Каджисай. Что-то здесь будут делать. Скажите, люди есть? Нет? Вы их видите? Видите? Все просто так стоит. Куда девались, положили свеженькое. А, ну потихоньку делают, потихоньку делают. Да, вчера, кстати, мы такое не видели. Смолой пахнет. Ай, как вкусно пахнет. Это же люди есть, смотрите, ложат асфальт. А, вот они люди, смотрите. Работают здесь. Вот они. Там стояли. Но зачем сюда? Все раздолбили. Ну, зачем вы такую хорошую дорогу здесь убрали? Могли бы оставить как есть и участками не делать. Хорошая, а старую, то есть дорогу могли бы оставить, но она все равно старая, хорошая, какая-никакая была. И вот представьте, вот сколько мы уже трясемся здесь, уже доехали до Каджисая 2. И люди все равно ездят, вот смотрите, и мучаются. Здесь, по-моему, еще, по-моему, вон там уже чуть-чуть получше. Ай, ай,
Ой-ой-ой. Ужас какой. Могли бы кусочками делать. Раз, сделали кусочек, убрали. Все не как люди. Кстати, у нас в Казахстане так же делают. Если начнут делать дорогу, они сначала все уберут, старую дорогу, и потом она вот так долго-долго стоит, и они кусками ее делают. Вот то же самое. Мы проехали источники горячие Манжелата. Кстати, там в этот раз мы не будем заезжать. Вот, в Манжелата там есть несколько источников. У каждого источника свое название. И каждый источник, он лечит от определенного, получается, заболевания. Здесь видно уже, как-то он более... Видите, он вот этот Керимкулата, магазинчики я вот здесь вижу. Вот, видите? Здесь как-то пожив... О, вот кафешка. Кафешки. Восточка. Да. Все в пылюге, да? Вот кафешка, еще проехали. Видите, здесь как-то больше. Больше такое курортное местечко. Вот сюда люди заезжают. Здесь все в пыли. Из-за того, что здесь нет асфальта, люди ездят по пыли. О, какие домики интересные. Сдается, сдается. Старый дом, который строили в советское время. И не только такой дом. И еще вот здесь. Мишлиха нормально. Нам до Балыкчи доехать. Нам бы до Балыкчи доехать. Нам дорога потом нормальная. Помните, где мы тогда останавливались? Когда этот, после Бишкека. Так, купили вот такие вот палочки. Кук, да, называют? Мистер Кук. А внутри, вот смотрите, какой подарочек. Очочи. Прикольный. Для Сашки. Саша, смотри, тебе подарочек какой. Где мы едем? Здесь водичка прям непонятная какого-то цвета. И людей много-много. Сейчас я посмотрю и скажу, что это за пляж. И вот здесь вот тоже смотрите. Сколько много людей. Юрты стоят, куча машин. А, речка втекает. Угу. Речка вытекает здесь. Все, на дорогу вышли нормально. Ехали мы в село Тон, которое я вам показала, как речка там втекает. И вот, наконец-то, началась старая заасфальтированная дорога. Это даже не новая, а старая дорога. Видите? Тон. Село Тон. Вот это вот, наконец-то, новая дорога. Смотрите. Как по маслу прям. Это недалеко от села Тон. Вот. Это село Тон и есть. Ну, мы село Тон. Недалеко от села Тон. Да. Недалеко от села Тон. Скажи, потому что там было, там было начало, а здесь было уже конец. Уже конец села Тон. Тонтала. Интересно, такие старые постройки. Смотри. Да. Они, главное, как будто из глины строят. Казахов по-другому. Казах, мазары такие, как домики построили. А они вот так. Передняя часть только. Да. Передние стенки. А у казах как домик делают. Балыкчи. Сейчас хотим перекусить, отдохнуть немножко. Тяжело нам дается дорога, потому что неровная, медленно едем. Ужасная. Ужасная дорога, да. Южная сторона. Поэтому надо южную сторону делать, да? Дорога ужасная, мы уже устали. Едем как будто 5 часов, да, по моим ощущениям. Да, Жень? В час выехали? 4.30. Ну, подожди, 3,5 часа еще. Вот. Автовокзал проезжаем. Балыкчи. Проезжали.
Здесь в поселке Балыкчи. Здесь очень жарко, очень. Остановились около чайханы. Ассалам. Ассалам. Здесь продается даже рыба. Голдфиш магазин здесь есть. Хотим размяться, перекусить что-нибудь. Что говоришь? Мама, здесь жарко, как в Дубае. А зачем кошку взяли с собой? Вот делать нечего. Кошку еще с собой взяли. Сейчас куда-нибудь убежит. А кота с собой зачем взяли? Эй! Он боится же! Примерные цены. Чайхана самал. Завтраки вот здесь каша по 100, яичница 83 штуки, пюре рис фри по 100, шурпа 240, пельмени 200, солянка 200, фрикадельки 170, так, лагманы 240, фри с мясом 320, куэрдак 250, европейские блюда по 250-270, вот они. Короче, здесь я по меню смотрю, что здесь цены... Ну, дороже. На 20-30 сом дороже выходит. Чай по 50. Ташкентский чай, да? Шашлыки 350. Одна палочка. Вот. Ну и блюдо на заказ. 1 килограмм 1700 сом. Хотя там предлагали 1 килограмм. Но дешевле. 1500 сом. Такие вот цены. Магазин, посмотрим, какая здесь рыбка продается. А там эти повисы уже? Есть, есть, да, все. В смысле? Есть. И сколько она стоит? 1130 целая? Нет. А? Целая рыба 1130? Да, копченая. Она уже цены написала, видишь? Каждая рыба 1130. Да, да. А, вон 1060 каждая рыба, да? Не, ну каждая. А форель где у вас? Вот. А вот это что это? Жерех. Жерех. Ну, это а, место. Это жерех. Откуда жерех? Это Каспийский. Мы мимо Каспия. Мы мимо Каспия ездили, даже жерех. Мы с Казахстана. Ну? С Каспия. С Каспия? Да. Оттуда. Сюда рыбу привозят с Каспия. Замороженную. Замороженную. Что, отца позвать, чтобы он выбрал рыбу, да, себе домой? Я ему обещала рыбу купить. Сейчас отец поест. Вяленую. Вяленую покажи нам. Вяленую? Покажи. Так, вяленую вот здесь. Есть икра форелевая. А почем икра? Это разные. Это почем рыба? О, 1530. Такая прям. А сколько уступка, братан? Вот с этой рыбы. Мы такую брали. Цену, скажи. В Астерии дешевле ну, брали. Всего лишь 30. Мы такую большую за 800, за 900 взяли в Астериях. Ну, почему-то там дешевле. Нужно было еще взять одну. Ну, вот мы жалеем. На этом, ярмарке. Ярмарка. Ну, это там другая рыба. У меня другая как рыба. Другая рыба? У вас золотая, да? Да, у меня золотая. Голден фиш. Да. Золотая рыбка. Это вот такая баночка стоит. 350 баночек. Вот рыбка 2000. Бумагу заворачивай. Завернем только газету. Целлофан нельзя стукнет, правильно же, да? Целлофан нет. Это 1050. Копченая. Вот, ну, вот это мне понравилось, рыба. Вот эта рыба. Здесь она краснее, там. Она светлее размером. Ой, светлее она. Она светлее, она вкуснее. Вот это моложе, что ли. А это что-то темнее, да? От этого не зависит? Еще какие там, покажи. Рыбачки. Связка 300. Связка 300. А караси эти? Нет, это лещи. А, лещи. А они почем? 40 килограмм. А что, вяленых нету уже? Если кавардак. Лагман, выру. Мне выру лагман. Еще одну вилку. Девушка, а у вас рис есть отдельно? Да, отдельно можно. Дайте ее. Кто рис будет? Варя тоже будет рис. Это кому? Принесли кавардак, лагман и мне... Солянку. Но есть такая солянка интересная. Никогда не видела, чтобы в солянке была морковка. Что за мясо такое?
Морковка. Мяса, в принципе, достаточно, но вот эта морковка меня смущает. Потом бифштекс. Я у нее спросила, можно вместо того поменять фри? Она сказала, можно. Хорошо, я понимаю, у вас там фри стоит дороже, но не сказали, что она будет дороже. Пожалуйста. Ладно, хорошо. Если бы она была дороже, все, без проблем, без проблем. То я заставила свою цену. 250 заплатить и все, все. Самое главное, что теперь я сейчас проверяю. Нет, теперь я сейчас проверяю другие. Так, куда говядина 300, это будет 600, 250, солянка, чай. Компот, вы 2 литра взяли, да? 240. Обслуживание 120. Так, гиро лагмада у вас 240. Жидкий 240. Рис 140. 80 у нас. И пол. Весь 130. Дальше. Мясо с этого, маринованное. 230. Да. Самое главное, не расстраивайтесь. Просто если я уже увидела здесь что-то не то, значит, мне уже будет меньше. Это мясо с этого, с нормального. Вообще, как бы так, можно, да? Просто если вы видели, так вы всегда предупреждаете. Нет, смотри, у нас... Во-первых, цены, знаете, молчи, вроде бы не туристические, мы здесь цены такие у вас. Да вы что? Нет, мы весь испугались. Просто мне уже не нужно. Ничего подобного. Вы меня цели. Вот в прошлогодний я даже не меняла ничего. Вы просто сейчас, не знаю, вот где ели, может, как то мы везде ели, пошли, не знаю. Там, наверное, у нас есть вкусно. И порции хорошие. Вы видели ваши, сколько у вас там муки? Хотя бы даже муки брали. Мы между прочим, первый раз видим, сколько мух. Вроде бы такое заведение у вас аккуратненькое, хорошенькое. Даже в забегаловках были, и то не было мух. Не холодно у вас ездить. Где вы экономите на месте? Ну это мясо шлагмана. Это мариновое. 30 называется Ак Салам, я его не рекомендую. Я проездила весь Кыргызстан, объездила, я в шоке от цен, обслуживания, куча мух. Ты, кстати, этих мух сняла? Мух сняла? Везде эти мухи летают, это надо же аж. У нас, говорит, сервис, еще взяли за обслуживание 10%. Гонят, что ли, вообще? 10%, наверное, за обслуживание взяли. Вы у нас, говорит, первые такие, да, которые могут высказать свое мнение. И от этого кафе Ас-Салам называется ужасно. Это еще я еще не снимала, не могла снимать этих мух, которые летали. Солянка была у меня с морковкой, с курицей. Никогда не видела в жизни, сколько имела солянок. А в котлетах галимый хлеб, чай с молоком. Молоко какое-то ужасно пахло чем-то. Мы не могли его допить, этот чай. Единственное, у них вкусный был только компот. Лагман еще более-менее, но курдак. Мясо то же самое, как и для... Ну, тоже маринованное мясо, как и для лагмана. Короче, вообще в шоке. Еще и считать хотели. На 70 сом. Мелочь, но неприятно вообще. Проверяйте деньги. Магазин Глобус. У нас закончился интернет. Хотим или продлить, или купить новую карточку. Какой? Билайн? Как покупали карточку Билайн. Здесь вот есть этот. Кстати, курс здесь выгоднее. На 1000 тенге 170 сом. Там везде же внутри было 130, 137. Здесь 170 выгоднее курс. Чуть-чуть выгоднее. Мы, короче, брали у вас эти 7 килограмм. Неделю назад ровно. Угу. 7 дней. У нас закончился этот тариф. Безлимитный. У нас сегодня закончился. А можно чуть-чуть продлить там на сутки? Да, можешь закинуть. Мы баланс закинем? Ага. Нам еще на 1-2 дня. А это как? Нет, на неделю намного. А на 1 день нет, не продлится она. Хорошо, а сколько мы должны закинуть на неделю, чтобы еще было? Безлимитный взяли, да? За 250? Да. Да, да. 250 надо положить. Угу. 250. Так, а как положить? Ну, те же сигнал можно. А мы не умеем. Помочь? Так. Так, пополняем через этот.
Так, проверяем. 11, 61, 72. Угу. Так, 250, Женя, угу. Возьми сверху 250. А, все, бери. Все? Вот так пополнили, да? Да, недели, продлёный уже, все. Угу. Все пошло сразу. Сразу пошло. Сколько рыбы, видать? Ой, смотри, сколько рыбы, Женя. Ой, сколько... Женя, ты посмотри. Сколько рыбы на любой вкус и цвет. Да пропадет эта рыба. Мы уже взяли, она уже пропала. Смотрите, сколько рыбы. Вот как раз выезжаете вот с этого, магазин «Глобус» называется, и вот прям вот едете в сторону Бишкека, целая куча рыбы. И не только рыбы, там еще фрукты видели. Ой, а эти крутые, куда ты мясо ложишь? Это же с лагмана мясо. И что? А он что говорит? Да, да, да. В смысле, что да, да, да? Ты шеф-повар, нет, говорит. А кто? Ты хозяин, я говорю. А почему так делаешь, говорю? Свежее мясо должно быть, но правильно же? Не, оно должно быть, понимаешь, не, это мелко нарублено. Ну как сделал, я говорю, картошку жареную сделал. Да, это да. Это же кувырдак, говорю, ты че? А ты жареную картошку сделала. Или она, нет. Или мясо должно быть как-то это, крупными, честно, да, кусками? Ну вообще, да, оно тушиться должно, а тут пережаренное, как на этот. Ну как на лагман. Мясо. С лагмана мясо. Ну, наверное, клиентов мало, поэтому одно и то же мясо используют. А ты видал эти котлеты? Это ужас какой. Я есть их не могла. Как, я не знаю, Сашка чуть их попробовал. Он вообще у нас привередливый. Наверное, Сашка сильно голодный был. Голимый хлеб в этом котлетах. А этот чай, он так пах чем-то. Прям непонятно, как будто это жиром каким-то. Или молоко испорченное, или корова ихняя тухлая какая-то. Нет, корова, она... Корова вонючая. Вымя не мытая. Да, не... Наверное, вымя не мытая. Не знаю, где они взяли это молоко. Сейчас бы у нас как бы нет. Она не мытая, а неухоженная корова. Еще такие уйгуры. Наглые. А ты видел ее дочку такая наглая, старшая? Начала мне там что-то доказывать. Блин. Сказала, можно вместо риса и пюре сделать фри. Вместо него. Ну, естественно, что не доплачивать. Да, можно. Еще цены такие. Порция 300 сом. Это вообще ужас. Мы проездили весь Кыргызстан, средняя порция 220-250 сом. У них по 300. Это же ужас. Ладно, солянку я взяла 200. Меня в счете приносят 220. Я начала сразу разбираться. Я вижу, что уже захотели обмануть. Все, я начала сразу же каждому прикапываться.